как видеоблогер, маньяк, не могу это не снять. В общем, тут у нас что-то вообще какой-то демонтаж киоска. Да. Почему-то его решили разобрать. Непонятно почему. В общем, все, конец киоска. Че она? В общем, нет ее. Ну, вон там тоже что-то все снесли. Все снесли. Тут нету остановки, киоска нет. Вообще все снесли, действительно. Смотри, тут снесли, тут снесли. Как будто бы кто-то прошел так. Да и остановки нет. Что это было? Это что это было? Вы замечаете, какие-то странные какие дела творятся у нас? Я думаю, это какой-то, не знаю, это же какой-то НЛО мимо пролетал и так. Так, задело и все снесли. Они... Классно было бы они, наверное, новую остановку задумали, а заодно и киоск снесли. Да и соседние дома надо было все хернуть. Все пространство в районе 100 километров. А вообще ничего нету сейчас. Ну прям как детский центр остановка стала. Там тоже выйдешь в поле. Дождь, град, какая разница вообще. Там деревья есть, а тут тоже деревья есть. О, деревья же есть. Если дождь, вон деревья. Там ушли два троллейбуса туда. В общем, ждем. В общем, сейчас очень милая остановка, не сесть, ничего. Приходится всем бабушкам стоять. Да, вот это бывшая остановка. Что-то, короче, на улице Крауля прошел какой-то смерч. Ураган Виктории, который все снес. И ничего не осталось. Где же моя любимая остановка? Где моя скамеечка? Нет, не скамеечка. Не скамеечка. Остановка стала еще более унылая. В общем, ничего не осталось. Печаль. Ладно.